Губернатор дал высокую оценку работе ульяновской делегации на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Команда правительства во главе с Алексеем Русских активно работала над поиском новых инвесторов, поставщиков необходимых комплектующих и оборудования для ульяновских производств. Не обошли вниманием и поиск новых рынков сбыта для местной продукции. Наш приоритет в нынешних условиях – это развитие межрегиональной кооперации и укрепление взаимодействия с традиционными зарубежными партнерами. Считаю, что сработали на отлично. Сейчас главная задача – закрепить и приземлить все достигнутые договоренности. Особенно это касается размещения новых производств. На Иннопроме делегация Ульяновской области провела более 50 встреч с компаниями по вопросам разработки и поставки комплектующих. Более 15 компаний заинтересованы в развитии инвестирования в нашем регионе. Уже подписано 2 инвестсоглашения, в результате чего в регионе появится более 620 новых рабочих мест. Проведено 30 встреч с представителями бизнес-делегаций регионов и других стран. Мы договорились встречно о проведении закупочных сессий, проведении бизнес-миссий как делегации Ульяновской области в странах, с которыми велись переговоры, ну и, соответственно, с регионами России. Кроме того, у нас на территории региона мы ожидаем уже на следующей неделе первые бизнес-миссии. В Ульяновской области держит на контроле вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей. Всего в очередь на получение земли в регионе было включено около 7 тысяч человек. 1419 из них в Димитровграде. После решения вопроса с подведением коммуникаций задача обеспечения землей многодетных семей из города Атомщиков будет практически решена. В настоящее время из федеральной собственности Дмитрограду передали большой земельный участок. 22 июня в Дмитрограде Совет депутатов принял генеральный план. Соответственно, там предусмотрено пятно застройки, где будут застраиваться и выделяться земельные участки для семьи с большим количеством детей. Неделю назад губернатор Алексей Русских раскритиковал состояние города в части благоустройства, дав поручение привести территорию Ульяновска и Димитровграда в порядок. Выяснилось, что у нас не хватает дворников. Министерство ЖКХ и строительства региона организовало еженедельный мониторинг работ по благоустройству. В Димитровграде к решению задачи привлекли студентов. Работы проводятся ручным и механизированным способом. В настоящее время, по данным работам на территории области, у нас привлечено более 2100 сотрудников и закреплено и задействовано около 330 единиц техники. В то же время мы наблюдаем дефицит на территории города Ульяновска и Димитровграда с сотрудниками, осуществляющими окос травы, для чего на прошлой неделе было организовано в городе Ульяновске при этом привлечение сторонней организации. На заседании штаба также обсудили подготовку к новому отопительному сезону, работы по ремонту объектов культуры, ситуацию с водоснабжением на территории города. В Ульяновске до 20 июля продлится 8-я летняя универсиада. Жители региона приглашают посмотреть соревнования. Вход на состязание свободный для всех желающих. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.